Добрый день, добрый час, дорогие друзья, дорогие наши подписчики. Здравствуйте все, кто нас смотрит. Вас приветствует и солнечная Алания, компания Arbat Homes, и я, Татьяна Пекер. Дорогие друзья, у нас для вас сегодня очень интересное предложение. 2 плюс 1 с новой мебелью, частично с бытовой техникой в самом центре Махмутлара. Это предложение вторичного рынка, то есть квартира от собственника. И, возвращаясь к теме вторичного рынка, хотелось бы вернуться к комментариям, к вашим комментариям моего ролика «Одной квартиры». Давайте поговорим об этом. Несколько дней назад вышел мой ролик «Квартира 1 плюс 1 с видом на море и на горы в районе Оба». Стоимость квартиры 77 тысяч евро. Почему я хочу вернуться именно к этому ролику? Очень было негативных комментариев. Что вы пишете? Что квартира ни о чем, что это слишком дорого, что на турецких сайтах стоит квартира за 37 тысяч евро. Дорогие друзья, вы же не думайте, что хозяин просит 30 тысяч евро и 47 тысяч, Arbat Homes накручивает сверху. Вы же понимаете, давайте не будем сказочниками, возвращаемся в реальность. Итак, от чего зависит у нас ценообразование недвижимости? Вы знаете, что Алания и Оба – это самые дорогие земельные участки. Это раз. Первая линия. Комплекс у нас был, состоял из двух блоков на первой линии. 50 метров – это два. Третье – это пятый фактический этаж. И это вид у нас на море и на горы. Если вы хотите что-то приобрести подешевле, да, можно рассмотреть Махмутлар. Сегодня мы находимся в Махмутларе. Может быть, эта квартира вам понравится больше. Если вы хотите еще подешевле, можно рассмотреть район Демирташа. Если вы хотите рассмотреть еще что-то побюджетнее, то списываемся с нашим владельцем Аасым Башту. Номер укажем на экране или в комментариях пишите. И едем, приобретаем в городе Мерсин. Вот и все. А теперь я приглашаю вас посмотреть нашу квартиру сегодняшнюю. 2 плюс 1, 115 квадратов. Мне очень понравилось, свежая, с хорошей энергетикой. Давайте с коридора начинать. Всем вам и нам нравятся квартиры с коридором, с холлом. Итак, это у нас вход в квартиру. Это большой квадратный коридор. Сразу смотрим, встроенный шкаф. Трюмо, скажу трюмо, по-турецки называется вестьер, пусть будет так. Вешалки, крючочки, зеркало и также две полочки для обуви. Квартира свежая, только покрашенная, с новой мебелью. Очень понравилась планировка. Чем? Я люблю, когда в квартире правильно застройщиком использована площадь. То есть мы выходим, слева у нас детская или гостевая спальня, полностью меблированная. Здесь у нас американского гостиная с кухней совмещенная, родительская спальня. Здесь у нас гостевой санузел, где все присутствует, и душевая кабина, и вся сантехника. И есть еще одна ванная комната в спальне. Хочу начать наш обзор с гостиной. Свежая, в очень красивых бежево-голубых тонах. И темно-синий тоже присутствует. Очень ярко сделали акцент на шторы, на диваны. Что мне еще здесь понравилось? Вот смотрите, вот видите, да, тоже большая площадь, квадрат. С левой стороны у нас сразу начинается кухонный гарнитур. Холодильник новый, я проверила, можете сами посмотреть. По запаху чувствуется. Из бытовой техники что у нас есть? Это вытяжка, варочная поверхность. Духовочки нет, духовочку нужно будет вам приобрести. Очень удобная зона, комфортная для хозяек. Вот можешь подойти показать? Здесь у нас очень много ящичков для кастрюлек. С доводчиком все удобное, все удобное. Здесь вы готовите. Ставите сюда все блюда, смотрите дальше, проходите, и как у нас стол выглядит, вот, 2-3 стульчика, пожалуйста, обеденная зона, очень-очень удобно, гранитная поверхность. Итак, мебель вся новая, люстры новые, кондиционеры новые, если хотите, можно что-то поменять, кстати, посудомойка тоже у нас есть. Что у нас есть из мебели в гостиной?
диван, один темно-синий цвет, как называется, индиго. Кстати, диван раскладывается, так, одной рукой не смогла, ну, в общем, мы тут потом его разберем и соберем, сантиметров на 20 раскладывается, получается полуторка, вторая секция также открывается, интереснее, веселенькие подушки, кстати, диван мягкий, и у нас сейчас модно вот так вот с пуговочками делать. Далее, этот диван не раскладывается, это тоже у нас трешка. Журнальный столик. Не люблю журнальные столики, это мое мнение, но очень удобно, если вы сладкое кушаете, чай пьете, какие-то тарелочки, бокалы сюда поставить, когда вы смотрите телевизор. Телевизора, кстати, у нас в квартире нет, так что может, в последнее время хозяева, которые обставляют квартиры для продажи, телевизор не покупают, потому что это спорный вопрос, кому-то и такие нравятся, кто-то только пользуется компьютерами, интернетами, телевизоры уже не для всех, скажем так, в моде. Еще вот такое симпатичное креслечко, место для телевизора, шкафчики. Очень порадовал меня балкон. Во-первых, большая площадь. Такой же балкон, но поменьше, есть в спальне. Также застекленный. Застекление гармошкой, застекление по новой технологии. Когда жарко, я всегда говорю, вы можете открыть полностью балкон или несколько секций. В зимний период то же самое. Пойдемте посмотрим балкон. Очень понравился. Квартира выходит на запад и на север. Если вы уже догадались, это улица Барбаросса. А что значит улица Барбаросса? Это значит самый центр. Внизу под домом у нас есть аптека, напротив Мигрос. Все сетевые маркеты, которых вы только слышали, здесь есть. Все это в пешей доступности. Стоимость квартиры, сразу скажу, 90 тысяч евро. Все, что мы в ролике видим, все включено. Улица Барбаросса, что это значит? Это значит 70 метров до моря. Это очень-очень короткое расстояние, 115 квадратных метров площадь этой квартиры. Мы находимся на четвертом фактическом этаже. Внизу у нас инфраструктура городская, как аптеки, магазины. То есть ваш получается фактически пятый этаж. Вот сейчас вы видите, насколько велик балкон. Я бы не удержалась сказать также свое мнение. Поставила бы немножко другой стол или повернула его, а сюда, может быть, даже угловой диван или на заказ полукруглый. И еще будет у вас отдельная комната. Давайте с вами посмотрим отдельные спальни из гостиной. Выходим наискосок, у нас ванная комната. Смотрим. Широкая стиральная машина, новая. Все, имеется душевая кабина. Отличная. Сантехника, коврики, половички. Сразу напротив ванной комнаты есть спальня родительская. Тоже родительская спальня, очень понравилась. Площадью, квадратурой, квадратная. Самая выгодная площадь для спален – это квадрат, конечно. Кондиционер есть, вся мебель новая, вся мягкая, все. Шкафы, посмотрите, трюмо, какие красивые ковры, какие, посмотрите, есть. Также у нас выход в небольшую ванную комнату, душевая кабина. Заходите, не стесняйтесь. Мебель спальни в коричневых тонах, светло-коричневые, темно-коричневые. Мне очень понравилась уже вот эта вот деталь, темно-зеленый, с коричневым хорошо сочетается, два ночника. Шторы тоже, смотрите, какие красивые шторы. Здесь у нас роль ставни, ручные роль ставни, вы можете поменять на автоматический выход на балкон, купе, ничего не скрипит. Кстати, заметила москитные сетки. Смотрим. Когда я показываю квартиры, которые находятся на Барбароссе, все думают, о, это очень шумно, абсолютно не шумно, даже сказал наш оператор. Почему? Потому что мы находимся не на нижних этажах, напоминаю, фактически пятый этаж наша квартира и застекление, абсолютно никакого шума нет.
небольшой кусочек гор виден, и смотрим, центральная улица, это центр, это, конечно, движуха, как говорится. Что можно сюда поставить? Как хотите, сушилку, можно столик с двумя стульями, можно вот это вот кресло, которое у нас в углу стоит, мне кажется, это креслушко немножко лишнее, его можно на балкон вынести и любоваться вот этой панорамой. Отдельные ниши для кондиционеров, имеется в виду для блока кондиционеров, здесь нет, но их установили очень правильно, за стеклом, поэтому ничего вам не будет мешать наслаждаться вот этой красотой. Из спальни вышли, направляемся в детскую или в гостевую, как вам больше нравится. Комната небольшая, опять же квадратная, несмотря на то, что площадь небольшая, но здесь поместилось все необходимое. Две кровати, шкаф и тумбочка. Мы не сошлись с нашим оператором во мнениях. Я бы кровати рядышком поставила, а тумбочку поставила под кондиционер, а оператор говорит, что он бы поставил вот так, и было бы больше места у шкафа. Очень радует эта комната своей теплой гаммой, зелено-голубая. Очень модные картины, не знаю, у вас модны ли эти картины, у нас вот модно, в принципе, такой интересный колорит. Если вы скажете, что кондиционер расположен неправильно и дует на кровать, то есть можно сделать так, вы это знаете, или перенести туда над дверью. За таким красивым сервированным столом будем с вами подводить итоги. Итак, смотрели мы с вами сегодня квартиру в районе Махмутлар. Планировка 2+1, трехкомнатная квартира, гостиная с кухней совмещенная. Это фактически пятый этаж, 115 квадратных метров. Окна выходят на запад и на север. Мои любимые стороны. Итак, дорогие мои, два балкона, две ванные комнаты, два балкона у нас застеклены. Называю это остекление гармошка. Стоимость квартиры 90 тысяч евро. Все, что мы видим в ролике, от вот этих вот ложек, плошек, стаканов, мебели, встроенной бытовой техники, все это в стоимость входит 90 тысяч евро. До моря расстояние 70 метров, так как это у нас улица Барбаросса, центральная Махмутлара, вся инфраструктура, даже мне отсюда видны 4-5 сетевых маркетов. Поэтому вы выходите и буквально минута-две все у вас под рукой. Айдат составляет 100 лир. Айдат – это ежедневная плата за обслуживание комплекса. Комплекс состоит из одного 10-этажного блока. Что есть из инфраструктуры? Это своя открытая парковка, это генератор, если у вас отключают электричество, это открытый плавательный бассейн и своя зеленая закрытая территория. Надеюсь, квартира вам это понравится. Пишите комментарии, негативные критику, мы всему будем рады. Будем общаться, обсуждать. На сегодня все. С вами была Арбат Хомс и Татьяна Пекер. Пока-пока.